посмотреть. Укусил? Надо вообще не так делать, так ты меня укусил. Так, блядь. Хорошее начало. Сейчас опять что ли упадет? Да так можно любой мем, знаете, допустим, как он падает. А, блядь, я думал, гад, ты там что ли? Ну ладно. Батя, который... Подожди. Хесус. Батя, который шел за хлебом 13 лет назад. Алло. Блядь. Ну что, долбоёб реально в окно вылезал? Батя, уходи обратно, блядь. Лучше бы ты не... Мне так бабушка говорила, я когда... У меня была консоль, там, Sega, Sony PlayStation 1, я, типа, геймпады пиздил. Ну, собственно, и сейчас этим занимаюсь. Но тогда, когда я бесился, блядь, она такая, ломай, ой. А сейчас? Иди нахуй. Так вот, ломай, типа, блядь, мы же миллионеры, еще купим, сука. Прям один в один. Пули чудом отрикошетил от жира и... или может от терпильности. Дай угадай, сейчас у нас... А, это... или что будет? Не могу обещать, без обид. Сейчас блеванет, да? Блять, ладно. Кстати, я осуждаю, если что. Я только сейчас внимание обратил, блять. А не одобряю никнейм в ТикТоке. А какого хрена он вообще там делает? Шо, а чё, вы даже внимания не обратили? Ладно. Чё такое фанский телевизор? Чё, блять? Ой, бля. Реально чинит. Топ-5 обладателей самых разрушительных ударов. Настолько в мире. Стерпилился, что отправил на конца. Способное свалить человека. Бля. Сила удара человека колеблет. Да. Давай, ешь. Ну что, уснул, что ли? Достаю колбасу для бутера, моя собака, которая ела секунду назад. Фу, блядь. Чего на... А чё, всё, что ли? А чё так мало озона, блядь? Ебать, я думал, чё за хуйня? Почему Дизи вылез? А это уже другое видео запустилось. Я испугался, думал, там сейчас чё-то Дизи с озоном как-то вот это всё. А? Кибер...